испортить. В конце месяца будет эта квартира, а денег нет. Мне надо собраться и найти новую работу. Но сначала я немного... Минуточку. Сейчас, вот-вот, наклевывается идея. Да, я должен стать писателем. Если я напишу книгу о своем жизни, ее могут опубликовать, у меня будет куча денег, я заплачу за квартиру. А блин-ка, людям не терпится прочитать мои мемуары. Миллион тонких нитей. Автор полотенчик. Отличная идея. Станет грустно говорить об этом, но никто не напечатает ваши мемуары. А? Почему? Потому что они люди, а вы полотенце. Сзади полотенце. Касание.